Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня у Юги в школе котов особенный день. Да, контрольная работа. Пришло время показать, чему он научился, находясь в школе почти год. Прикольно. А какое задание? Нужно выследить и словить полевую мышь. За день до контрольной. Эй, все сюда! По-моему, к нам пробрался нарушитель. Какой еще нарушитель? Никого же нет. Да вон он на шторе сидит. Ой, аккуратней. Прости, я не специально. Меня этот чужак усатый сбил. Зашевелит своими огромными антеннами в самый неподходящий момент. Но держись, у меня жук-разведчик, я тебя сейчас быстренько выведу на чистую воду. А чужак и правда с очень большими и шикарными усищами. Я такого красавца вроде видел в атласе у тети Рыжули. И, по-моему, возле него стояла звездочка «Вредитель». Тьфу. Энни, подойди посмотри, может ты точнее помнишь. Все, отцепись от меня. Ах ты какой прикольный. Эй, дружок, ты куда собрался? Если честно, Юги, этот трюкач мне напоминает древесного вредителя. У этих дружков мощная челюсть, которой они грызут древесину и превращают ее в труху. Поэтому этого жучка лучше попросить покинуть помещение, чтобы он не прогрыз нам какую-нибудь стенку. Этот малыш может сделать дырку в стене. Да, если дать ему много времени. Так, тогда его нужно направить к выходу. Энни, у тебя лучше всего получается с ним взаимодействовать. Попробуй подтолкнуть его к двери. Да я пытаюсь, просто он ползет в другую сторону. А ты активнее попробуй. О, дело пошло. Мистер, тебе вообще-то не туда. Да, ползи в обратную сторону. Ну вот только посмотрите на него, вообще неуправляемый. Ни слов, ни намеков не понимает. Предлагаю выпустить его через окошко, а не дверь. Пускай ползет и занимается своими делами. Юги, переживаешь насчет завтрашней контрольной по мышеловству? Ну, немножко. Поэтому хочу сейчас потренировать свою маскировку. Думаю, использую эту коробку как своеобразный тренажер. Окей, давай только я ее... Молниеносный вихрь! Опа! А вот и все. Я уже в засаде. Так, а это что еще за коробка? По-моему, ее здесь не было. Или была, а я не заметил. Стойте, а где Юги? Мы же хотели вместе потренировать навык маскировки. Все понятно. Братик уже вовсю замаскировался. Эй, усатый, выходи. Никого здесь нет. Как нет? Если есть, я тебя нашел, потому что ты в коробку не поместился. Эй, а чего потолок такой тяжелый стал? Яни, ты там ничего не удумал? Не, это просто ты слабенький. Чего? Чисто у меня получишь. Ой-ой, Юги реально рассердился. Целый штаб пришлось разворотить из-за этого приколиста. Ну ничего, я ему сейчас тоже сюрприз устрою. Использую свои беззвучные шаги, внимательные глаза и молниеносный прыжок. Кия! Вы что, тут тренировку устроили? Да, Юги прятался в коробке, а я его нашел. Ой, а я зато к тебе подкрался. И вообще, мне уже достаточно тренировок. Я полностью готов к контрольной. Да, согласен. Ребята, хоть Юги и говорит, что полностью готов к проверке, и он уверен в своих силах, но ваша поддержка ему не помешает. Ставьте свой лайк, если хотите, чтобы у него все получилось. Контрольная. На участке было зафиксировано подозрительное движение в траве, а это значит, можно выпускать котиков и приступать к проверке. Экзаменатором на контрольной стала Рыжуля. Она будет находиться рядом возле Юги, а в конце урока скажет, какую оценку он заслужил. А все, тетя Рыжуль, я уже размял лапки и готов приступить к заданию. Хорошо, твоя задача взять след и найти нарушителя. С поиском нежелательных гостей у меня все в порядке. Самое главное найти начало, а потом уже весь запутанный клубок будет распутываться сам по себе. О, по-моему, здесь пробегали маленькие лапки. Точно, по сравнению с моими, они карликовые. Значит, эта тропинка ведет к нарушителю. И найдя его, я сдам контрольную по мышеловству на хорошую оценку. Так, по-моему, отпечатки указывают, что нужно проверить огород. Ну что там, есть что-нибудь? Здесь точно пробегала маленькая стайка нарушителей. Возможно, именно тут они делали привал. Или даже устраивали перекус. Ведь на земле до сих пор лежат погрызанные семена. Опа, а вот и продолжение мышиного пути. Теперь я на 100% знаю, куда собрались хвостатые. И от меня просто так не уйти. Кажется, Юги совсем близко к поимке нарушителей. О, а вот и он. Так, ну что, хвостатый, тебя-то я успел словить, а вот вся твоя остальная компашка разбежались кто куда. Хорошо, хоть одного незваного гостя поймал, а то в моменте у меня аж глаза разбежались. Думаю, за этого красавчика я получу высший балл. Кстати, а где тетя Рыжуля? Она говорила, что всегда будет неподалеку. Нужно ее найти и сказать, что я выполнил задание. Ну что вы скажете? Это полевая мышка, представители которых обычно забегают в наш курятник. Так что ты отлично справился. Поймав этого грызуна, ты защитил и зерно, и свежие семена на огороде. Мне тоже кажется, что Юги сдал контрольную на отлично. Ребята, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.